Второй день поездки. Мы едем. Так, ребята. Слушай, у нас с вами завтра день по московскому. Это получается еще больше 2 часа. Чего? Поэтому я не знаю, Егор, если хочешь, мы едем. Не сильно, не плохо. Ну, потом завтра мы немного чье? Мирослав. Мамуля. Ну, хорошо, едем. Ну, прохожие. Алло, да. Чаёк пьём. Нам здесь блинчики дали. Кого? Это чья фото? Что? Мирослав. А? Тебе сейчас Василий вспомнит. Не надо. Я вообще не слышу музыку громче. Сидим, ребята. Ой, мама, я тебя не слышу. Мы тут куда приехали? Тут что-то тихо говоришь. Пожарный поезд. Сейчас, подожди, это я тогда наушники сейчас сделаю. Мы что-то как-то медленно едем. Останавливаемся, что? Останавливаемся.